Анонс и точь до выхода нового 4-серийного сериала «Только по любви». Премьера сериала состоится 19 июня на канале «Домашний». Юля – энергичная оптимистка, полна радужных планов. Вместе с женихом они открывают зоомагазин. Но неожиданно жених пропадает, скрываясь от кредитов, а магазин приходится продать, чтобы рассчитаться с долгами. Вадим, новый сосед, предлагает Юле сыграть роль его девушки и поехать с ним на свадьбу брата. Там Юля и знакомится с семейством Кольцовых, Максимом, старшим братом Вадима, его наиспеченной женой Инной и матерью Раисой Ивановной. После свадьбы Вадим ссорится с родственниками. Они с Юлей уезжают и на трассе попадают в аварию. Юлия отделалась испугом, а вот у Вадима травма позвоночника и в перспективе инвалидность. Когда в больнице выясняется, что Юля беременна, Кольцовы не сомневаются, что это ребенок Вадима. Так Юля становится частью семьи Кольцовых и начинает жить в их доме. А вскоре молодые женятся, договорившись дожить до любви. Но у судьбы свои планы. Со временем Юля влюбляется не в Вадима, а в его старшего брата Максима. Максим отвечает ей взаимностью, но не решается увести жену у брата, да еще и прикованного к инвалидной коляске. Юле и Максиму придется пережить много надежд и волнений, преодолеть много препятствий, прежде чем они смогут признаться, наконец, друг другу в любви. Показ сериала состоится 19 июня на канале «Домашний». Если вам нравятся сериалы, ищите выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.